Том Бёртон и Киёши Тамура далее у нас в программе. Вот он, Том Бёртон из Флориды. 32 года этому парню, 1,77 м и вес 109 килограммов. Это, кстати, его второй бой в Бушидо. Первый он проиграл Такаде. Но это уже его соперник, Киёши Тамура из Окаямы, 24 года ему. 183 сантиметра рост и 91 килограмм. Весовая разница, естественно, видна невооруженным взглядом. Бёртон в действии. Бёртон, бывший борец, видно по его трико, по манере ведения боя, естественно. И не любит он, когда по нему проходятся японцы ногами, начинают бить по ногам, по корпусу. Бёртон не очень силен в этом виде бушидо, но зато если попасть к нему в тиски, в объятия, то, естественно, остается только сочувствовать тому, кто в эти объятия попадает. Так, вот понеслась. Вот сейчас может что-то быть. Первый бросок Бёртона. Плюс придавил. Что, поднимется все-таки сейчас Бёртон? Поднимет он Тамуру или нет? Может, в принципе. Тамура, в свою очередь, может сейчас настучать по ушам Бёртону, что всегда довольно-таки неприятно и чувствительно. Так, в очередной раз бросил Бёртон Тамура, но как-то нечувствительно совершенно. Наверное, я скажу, что Тамура сам предпочел все-таки упасть и таким образом, может быть, даже остановить бой, прервать его, вернее. Тамура, вне всякого сомнения, значительно быстрее Тома Бёртона, быстрее и резче. И вот в этом может быть его преимущество. Главное Тамуре сейчас не идти в ближний бой. Это самое главное для Киёши Тамуры, потому что он понимает прекрасно, ну, может быть, он-то и не понимает, но мы-то с вами, друзья, естественно, хоть что-то соображаем в бушидо и понимаем, что если Тамура начнет ввязываться вот в этот вот в обмен, попытки, вернее, обмена бросками чисто борцовскими, здесь можно проиграть очень-очень быстро. Бёртон просто закидает. Это какая-то пародия на бросок, то, что мы с вами увидели. Так, вот сейчас очень чувствительно для Тамуры. Бёртон, ну что, это болевой прием, это как минимум, дотронется ли, вернее, докатится ли, да. Докатился Тамура до канатов, совершенно верно, ну а что еще оставалось делать? Ну, посмотрите. Бёртон, ну, конечно, достаточно тяжеловесный спортсмен, и попасть под такого приятного мало. Ох, какой хороший сейчас прием продемонстрировал Том Бёртон, держа ногу, он пошел всей своей массой на Киёши Тамуру. И Тамура, по-моему, уже сейчас у него проблема, серьезная, причем проблема, канаты. Публика приветствует, естественно. Бёртон пока в полном порядке. Бёртон просто феерит сейчас. И Тамура, естественно, он не может оставить без внимания вот такое вот издевательство. И Бёртон! Вы посмотрите, Бёртон вроде бы получает, а он сразу же бросает. Бёртон, конечно, хорош. Но как только Бёртон начнет понимать, что концентрация теряется и силы уходят,
там он уже будет совершенно не такой, какой сейчас. И вот Тамура, мне кажется, если доживет до того момента, конечно, может доставить немало неприятностей американскому бойцу. Пока в начале поединка мы видим, что Тамура постоянно использует канаты. Как-то вот Тамура совершенно не работает ногами. А если и делает что-то ногами, то Бертону это что слону дробина. Так, освобождение от захвата у Тамуры не прошло. Не сумел он забросить Бертону ногу за голову. Вот сейчас удалось. Ну что, получится разорвать замок Бертона. Вообще будет дважды молодец. Но Бертон решил, не надо испытывать судьбу. И дотронулся до канатов. Бой судья останавливает. Только для того, чтобы сразу же его продолжить. Вы посмотрите, одно касание Бертона. И Тамура уже в углу ринга. Удар под колено сейчас продемонстрировал Бертон. Так, Тамура попытается кинуть. Попытка не пытка, конечно. Вот сейчас болевой от Тамуры. Но вы посмотрите, как шагающий экскаватор. Том Бертон пришагал к канатам. Так, Тамура захватил голову Бертона, таки ушел ему в ноги, но Бертон все-таки борцовское прошлое. Вы посмотрите, кажется неповоротливым, а сам спокойно совершенно уходит от любого захвата Тамуры. Так, лицо Тамуры, по крайней мере, выглядит немножечко страдальчески. А Бертон знает свое дело туго. Как у футболистов есть выражение «бей-беги», у Бертона «поднимай-бросай». О, как сейчас опасно! Вы посмотрите, рука у Тамуры, а? И Тамура очень хорошо вышел из этого неприятного положения. Чистая победа! Посмотрите, чистая победа! Ну, это просто фантастика! Как здорово Киёши Тамура сейчас действовал. После того,